вы считаете, какая дальнейшая судьба Саакашвили? Он будет пытаться в Украину вернуться или все же он побоится? Если он вернется, насколько политические очки у него здесь сохранились? Он будет пытаться скандалить. А в Украине достаточно много наивных людей, которым жалко своих психологических инвестиций в Михаила и в своих фантазий, и они будут его так или иначе медийно поддерживать. Я не верю в его перспективу ни в каком варианте.